Если противник атакует нас, то же самое можно в некоторых случаях использовать комбинацию double jab. Раз, два. Вот этим местом. Вот сюда. То есть не сбиваем амплитуду, а также потихонечку отсушиваем руку. Соответственно, если наносится правой рукой удар, мы наносим тот же вариант в предплечье и сразу в голову. Если мы смогли прочитать его раньше, то наносим первый же в плечо, ломая структуру, то есть мы остановили и сразу же перешли дальше. Если он наносит правая рука у нас чуть ниже, но не просто подбиваем, еще раз, медленно, вам. То есть первый будет рассчитан на смещение его траектории. Не отбить руку совсем, именно чуть-чуть сместили и перешли. Если рука у нас оказалась чуть выше, опять же, не сбить ее совершенно, раскрывшись самому, а чуть снести траекторию, после чего нанести второй джеб.